Что скажешь? Опять эта сволочь меня с патронами кинула. Вот гад. Да, слышите, скоро узел завяжут со смертной животы. Это грустно. Чем-то я думал, что фотоаппарат не взял. Хоть бы мыльницу какую. Кстати, слышали? Говорят, что все, что происходит в зоне, имеет неземное происхождение. Типа эксперимент инопланетян над людьми. Мол, эти твари готовят плацдарм для вторжения. И разрабатывают планы здесь, в зоне. Как на полигоне. Ну, привет. Говорят, например, что артефакты — это бомбы, которые в один прекрасный момент сдетонируют. А так как их растащили по лабораториям, то будет уничтожена куча научных ресурсов Земли. Все правильно, чувак. Можно в это, конечно, не верить, но кто знает. Может, тот, кто за радар ходил, и может сказать. Но кто реально видел здоровый уме сталкеров, оттуда вернувшихся? Мычат что-то, слюни пускают. Ну? Вот и лезут мысли подобные. Я вот думаю, может, эти уродцы инопланетные на месте радара поставили поле какое-то свое защитное, которое стирает мозги, как наждак. Чё с перепою не бывает? Ничего, ничего. Нормалек, прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. Я и друганы мои прорвемся. Ох, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться, в гамачке, да с книжкой толковой. Ёлки-палки, знать бы раньше, что столько таскать на себе придется. Патроны, еда. Да, весит все-таки. Здорово, дружище!
никого на горизонте. Вот и ладушки. Вот и хорошо. Сейчас порвем его! Меняю магазин!
Меняю магазин! Слушаю тебя. Везение свое идиотское. Артефакт. Одни тропы нехоженые. И твари неплохо. Ugh.
Отмена магазина! Эй, уёбок! Ну как там тебе? Ты чё? Привет, сталкер! Помните, духманы, шорох там или движняк стен, тебя не колышет. Спокойно всаживаешь рожок по сектору отстрела. Лупи по кустам и деревьям. Рожок отстреляешь и падаешь за другой на спину. Контролер цепляет, если бьет, то ему нужно время сосредоточиться на жертве. Пока закрываешь на спинку, ты щелкиваешься. Здравствуй! Достаешь патрон, считаешь за трех и рывком. И рывком варишь оттуда. Сосали инфу. Всего наилучшего. Кстати, слышали? Говорят, что все, что происходит в зоне, имеет неземное происхождение. Типа эксперимент инопланетян над людьми. Эти твари готовят плацдарм для вторжения. Разрабатывают планы. Здесь, в зоне. Как на полигоне. Говорят, например, что артефакты — это бомбы. В один прекрасный момент сдетонируют. А так как их растащили по лабораториям, то будет уничтожена куча научных ресурсов Земли.
Правильно. Можно в это, конечно, не верить, но кто знает. Может, тот, кто за радар ходил, и может сказать. А кто реально видел старого уме сталкеров, оттуда вернувшихся? Мычат что-то, слюни пускают. И лезут мысли подобные. Я вот думаю, может, эти уродцы инопланетные на месте радара поставили поле какое-то свое защитное, которое стирает мозги, как наждак. А? Что-то не верится. Короче, в одном избушке мне сказали, есть клевое место, клевое. Артефакты вроде бы нычка чья-то. Ну, ты мне не ври, Ваня. Я тебя насквозь вижу, не доводи до греха. Я говорю, да ей-богу нету, ну хоть обыщи. Оно зашептало, вот это можно. Всем пожалуйста.
Всего наилучшего.
ты раз... Проходи, не задерживайся. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Где... Логично. А дальше-то что? Слушаю тебя. Чего хорошего. Так ведь ну что стоишь? Давай, подходи. Опять сапожища хреновые подсунули. Что у них совести совсем нет у этих? За неделю подошве гоплык. Жрать бы чего хорошего. Так ведь нету. А все-таки накоплю я на свой домик. Чтоб у речки, и чтоб лес рядом. И не радиации тебе, не тварей, и сволочей разных. Кстати, вот было. Ну, и те из пулеметов по нам, естественно. Сверху всякая шелуха сыпется, щепки, шишки. Ну, сами понимаете, да? Вот. Ну, тут-то я Василию говорю. Спорим, я тебе морду набью с первого раза. Подходим мы к границе зоны. Я заранее вынимаю кусачки и направляюсь к проволочному забору. Тут Василь посмотрел на меня, так лукаво, и говорит: спорим, я сделаю проход в заграждении за 7 действий. Ну, я сходу врубаюсь, отвечаю. А я за 6, а я за 5, за 4, за 1. Нифига себе, думаю, как это он собирается осуществить. Ну, говорю, давай, действуй. А этот крендель спокойно так снимает с пояса гранату и шлёп её под забор. Я такой успел крикнуть: не надо, и шлёп носом в грязь. Василий, шлёп рядом со мной. Ну шо, бабах. Нас так неслабо засыпало землёй грязью. Над головой табличка эта пролетела, не приближаться опасно. В общем, хватаю Василия за ремень, бежим. Ну, сами же понимаете, с блокпоста куча народа сейчас прибежит с автоматом. Рванули мы через дырищу в заборе, полем в ближайшей роще. Добежались, в яме завалились, дышим, слушаем. А дальше-то что? Дерьмо-то. День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Ничего, ничего. Нормалек, прорвемся.
Барт. Так, что интересует? Привет, брат! Вот ведь как грустно все выходит. Спору нет, начальство виднее. А все же хочется иногда узнать, ради чего мы все это. Судьба завтра забросит. Может, будешь потом эти дни вспоминать как самые счастливые. Ну, что расскажешь? Thank you.
Меняю магазин!
здорово. Чем пожаловали в мою скромную лабораторию? Заходите еще. Thank you.
Здравствуйте, молодой человек. Рад был с вами пообщаться. Thank you.
патроны кончились! Да сейчас порвем его! Да сейчас порвем его! Смена магазина. Ну как там тебе? Печет? Ёбак! Ну как там тебе? Печет? Хаюшки! Бай! Проходи, не задерживайся. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что. Слушаю тебя. Ну,
Ох, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться, в гамачке, да с книжкой толковой. Новичков нынче как собак нерезанных. И все они лучше стариков знают. Толком не знает, что здесь происходит. Заговор какой-то, что ли? Эх, вот если б всегда такая бруха была. Если прикинуть... Так, ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. Все... Завязываю с зоной нахрен. Что-то устал. Не так много времени прошло, а выложился уже. Как-то все приел. С артефактами тут, конечно, пожирнее будет. Вот дерьмо-то. День коту под хвостка. Концентраты, блин, сплошные. А дома-то как было? Придешь вечером... Придешь вечером, а баба домашняя... Здорово, дружище! Горячего. Привет, брат! Центр зоны, тоже мне. Артефактов кот наплакал.
Привет, сталкер! Что скажешь? Крути, маракуй, не маракуй, а все равно выйдет так, как командиры скажут. Ну, или как зона решит. Тут главное не дрейфить. Еще не знаешь, куда тебя судьба завтра забросит. Может, будешь потом эти дни вспоминать, как самые счастливые. Все одно и то же. Привет, только брат. Вернулись и снова куда-то. Каменными топорами бегаем. Если что, за себя постоять сможем. Thank you.
один! Патроны кончились!
Слушаю тебя. Есть поставленные задачи. С выполнением нормально. Вот тебе и смысл с мотивацией. Все течет, все поломалось, ничего не меняется. Сегодня сидим себе спокойно, водочку кушаем, а завтра уже переться куда-то надо, материалы добывать. Спору нет, начальству виднее. А все же хочется иногда узнать, ради чего мы все это. Привет, брат. Ну, не знаю. Может, кому-то такой вид заработка не подходит. А как по мне, так в самый раз. Тут, понимаешь, не просто хабар таскать. Здесь идея. А я все равно не понимаю, как оно все в зоне устроено. Начальство умное. Все разобраться пытается. Ну, я слушаю.
Понятно. Thank you.
Ну, привет! Один готов! Меняю магазин! Магазина!
Показывай давай. Это там уже спина! Thank you.
Ну, привет. Ну, рассказывай давай. Здорово! Чего тебе, сталкер? Привет, сталкер! Что скажешь?
Ну, что расскажешь? Колбасу и батоны нынче хреновые стали делать. Тебе чего, сталкер?